Дорогие друзья, к вам обращаюсь я, Александр Шкодин, АД. Не прячась за другие спины, хочется высказать несколько слов и заострить ваше внимание на этом очень важном факте. Услышьте, справедливые люди, как с украинской стороны заверещали со всех сторон оповещающих средств в мировой эфир о постигшей их беде, о введении ограниченного контингента войск России. Украина крымчанам не простит, что им приходится сейчас познать неудобства жизни в подвалах и разрушенных строениях. Позвольте спросить вас, панавье, а как вы себя вели, дорогие братья, бессердечно и подобно гитлеровским недобиткам, утюжа, изничтожая народ Донбасса? Позор вам и вашему первому президенту Леониду Кравчуку, много лет процветающему на лаврах партии коммунистов, который предал общий процветающий мир бывшей нашей Родины Советского Союза и всех вас тоже. Уважаемые слушатели, излагая строки данной публицистики, предлагаемой вашему вниманию, я решил сделать логическое усиление этой темы не на точность звучания в рифме, а на имитацию стиля и тона в акценте этих строк, с которым англосакские и европейские политические деятели, взявшие на себя роль быть хозяевами этого мира, на самом деле всего-то навсего являются клерками, безвольно исполняющие волю своих заокеанских хозяев, давно потерявших элементарную человеческую нравственность, хамски позволяя себе с наглым и поучительным видом в манере высокородного превосходства, употребляя командный тон, пренебрежительно отвечать в адрес долгого терпения великой России. Лично меня постановка такого дела унижает. И я, миролюбивый человек, рожденный в России, отвечаю им на это так, как считаю нужным. Февральский первый гром. Окно первое. Будь этот гром по Божьи свят, клин клином выбивают нечисть, брат. Долг чести свято чтит Россия. Терпение лопнуло, лед двинулся, возмездие пришло. Вам всем под флагом желто-синим и тем, кто здесь едины с ними, понять пришло: от плоти плоть неотделима. Спасибо, матушка Россия, жить нашим братьям повезло. И над Донбассом, как над Крымом, России матушки родимой, второе вскинулось крыло. В размахе крыл ее орлиных народом было жить тепло. Мы были в помыслах едины, в том процветал мир Украины. Найди в себе признать, сын, силы, и напряги хоть часть извилин. Надежней жить в стране единой дало что? Желтое крыло. Всем, кто за мир, понять пришло, что рубежи границ России
вершит тут правда, но не зло. Залог тому стоит в Берлине, всем зверством предрекая прах. Впредь подлецам, всем иже с ними, на тех поверженных костях стоит солдат. Наш памятник в Берлине с детем, спасенным на руках. Вот шах Советского Союза, гуманности высокий шах. Стоит на этих рубежах!